вы заметили, что чемпионат по полу предлагаю сейчас. Вы, наверное, видели, что на ваших пригласительных были номера. И вот сейчас, буквально через секунду, мы начнем нашу праздничную подарочную лотерею. Газета 5 лет, и поэтому призов у нас тоже 5. Иногда ведущего говорят, вот у вас там все построено, все уже заранее известно, но это не так. Сейчас я предлагаю вам выбрать одного человека из числа присутствующих здесь, любого. И он сам вытащит 5 счастливых номеров. Иваницкий, прошу вас. Антон, вот сюда, не уходите далеко. Итак, первый счастливый номер. Внимание! Номер 31! 31! Счастливый номер! Где человек, обладающий счастливым номером 31? 31! 31! Играющий в боулинг! Номер 31 есть? 31. Нет, за него нет. Девушка, вы 31 у вас? Ну хорошо, что будем делать? Будем следующий. 31! Вот он! 6! Опять ни у кого нет? Дальше! 26! Выкинь, выкинь. У вас следующий. Итак, номер 65! Опять нет? Заново. 60! Может, вы неправильно смотрите, пригласите вы ее? Так. 65 есть! Представьте, пожалуйста, молодой человек. Павел. Павел, вам надо подойти вот к этой девушке в белом пиджачке и взять один шарик вместе с пиццей, вот с таким конвертом. Нет, перекупать нельзя. И его потом, естественно, раскрыть и посмотреть, что там у вас. Деньги. Подсвечники дуэт. Для освещения жизненного маршрута. Один для офиса, другой для дома. И так, Павел, прошу вас. Аплодисменты Павлу. Один от дома отдать. Отлично, отлично. Итак, следующий. Прошу вас, молодой человек. Продолжаем. Паша, не разбей. Итак, номер 157! Есть? 157! Есть, вот девушка, нет? Нет, девушка, просто представляет. Вас мне показали. Стоп, поехали дальше. Есть? Ну, покажи. Так. Да, действительно, 157, молодой человек, представьте, как вас зовут. Алексей, аплодисменты. Прошу вас, Алексей, возьмите шарик с конвертом. Прошу вас, откидывайтесь. Да. Любой, выбирайте. Так, осторожнее. Пожалуйста, доставайте конверт. Алексей, подарок без намека. Алексей заработал чайник. Выпей чайку, позабудешь тоску. Аплодисменты, прошу вас. Чайник, прошу. А давайте дадим парню отдохнуть. Итак, что же нам доставит клип наших прекрасных людей? Газеты, есть очень крутой международный отдел.
И поблагодарить всех прочих сотрудников, которые этому отделу помогали. Спасибо. Итак, дорогие друзья, это еще не все. У нас осталось два приза. Я прошу счастливую обладательницу счастливой руки Ирину. Подойти ей, вот прекрасная девушка. Счастливый номер! Зачем вы так мучаете, а? Итак, 153! 153 раз, 40! Запасливая девушка. А кто вы по гороскопу? Овен. Еще лучше. Прошу вас, выбирайте. Слаживание отношений с руководством. Аплодисменты, прошу вас, аплодисменты. Итак, у нас остался последний приз. Итак, еще раз. 7! 97 у кого? У кого 97? Так, молодчина, девушка, прошу вас. Таня! Таня! Аплодисменты Татьяне! Прошу вас, подверьте. Открывайте, что там у вас. Набор 3 для двоих. Для решения мировой задачи. 3 на 2 делится. Итак, прошу вас. О, великолепный приз. Аплодисменты. Аплодисменты. Прошу вас. Итак, дорогие друзья, уточки станцуют легкий степ. А после этого каждый из вас с 35 до 45 размера. Стельки одноразовые. Прошу вас. Что было с ним? Итак, у нас мастер-класс по степу. Он единственный у нас в Москве, поэтому спешите смелее. Это будет интересно. Итак, поехали. На сцене Илья. Илья, прошу вас. Подробно. Спасибо.
Выходите. Итак, дорогие друзья, у нас еще осталось мастер-класса. А вот что, мы так великолепно танцевали, прошу вас. Вот вы меня спросите. Степ на его. Вы надеваете, вот такой мастер. К своему выступлению я хочу напомнить о том, что наши профессионалы, я не побоюсь, после мастер-класса мы обязательно огласим самых лучших. Что вы делаете? Вот, они не хотят. Кто вот приходит? Помогает. Вы, значит, хлопаете. Раз, два, хлопаем, да? Раз. Да, раз, два. Раз, два, три. А мы с носками, смотрите. Носок, удар, пятка. Четыре, раз. Теперь назад, как будто вытираем ноги. Или как лошадка двигается, знаете, да? Смотрите, вытираем. Раз. Носком, видите, я задеваю. Раз. Назад, четыре, два. Три, четыре. Раз. Отлично, три, четыре. А вы хлопаете, да, помогаете? Раз, два, раз, два. Готов? Запомнили, да? Дальше. Раз, два, хлопок. Хлопок. Раз, два. Раз, два, раз, два. Здорово. Молодцы, назад, вытирание ног. Раз, ногу уходим назад. Раз, два. Раз. 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 Раз, два. Молодцы. Дальше. Делаем зимний вечер гавр, да? Вот там любимый стегнельский, как бы, движи, да? И раз, два, три. Раз, два, три, да? Раз, два, три. Молодцы. Во. Раз, два, три. Раз, два, три. Получается? Сделаем под музыку. Готовы? Начинаем. Помогаем. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два. Пошли. Раз, носок, удар. Раз, носок, удар. Раз, носок, удар. Молодцы. Два. Раз, два, три. Раз, два. Вытирание ног назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Вот смотрите носком, да? Молодцы, здорово получается. Дальше идем. Тарам, тарам, хлопок. Молодцы. И не стегнейский, да? И раз, и два. Раз, два, три, да? Раз, два. Подождите, освободите сцену.